О, и Бек приехал. Бек? А что он здесь делает? Я его позвал. Мы же с ним партнеры. А что так рано приехал? Да я думал, в этом районе с утра пробки будут, что-то не было. Здравствуй, Милоки. Здравствуй, Бек. Я не рассчитывал, что нас будет трое. Пропуска были выписаны только на меня и Даньяра. А сейчас их заказать нельзя? Да. Конечно, можно. Да, баб? Да. Надо только в приемную позвонить, потом в бюро пропусков. Но все это займет время. А у нас встреча через 5 минут. Ясно. Ну, в принципе, мое присутствие же не критично. Да нет, лучше было бы, если мы вдвоем. Да нет, Дэн, нормально все. Тем более, вы с Эмильбеки лучше справитесь. В цехе тоже дел много. Ладно. Увидимся. Да. Камила? Индира? Простите, не знаю ваше отчество. Можно просто Индира. Рада с тобой познакомиться. Я тоже. Я ваша большая поклонница. Мы в студенчестве ходили к вам на экскурсию в цех. Только вот откуда вы меня знаете? У меня здесь встреча с Алисой назначена. Я попросила Алису познакомить меня с тобой. Она не смогла прийти, вот я пришла одна. Теперь понятно. А я подумала... Давай пройдемся. Алиса предложила мне создать полноценную коллекцию для ее конкурса. Я сначала отказалась, сказала, что не созрела. А теперь решила, что смогу. И должна была сегодня дать ей согласие. Да, Алиса говорила мне об этом. Ого. Теперь сама Индира Исаева будет меня уговаривать? Вообще-то, я пришла сказать тебе, что тебе пока не стоит уходить самостоятельно в фэшн-дизайн. Почему? Тебе нравится твоя работа? Конечно. У нас интересная команда. С нашими мальчишками не соскучишься. Но палатки для МЧС и школьная форма, наверное, это не то, о чем ты мечтала. К чему вы ведете? Уйти не хотела. Уйти? Зачем? Да и куда? Проблема вашего поколения в том, что вы не цените и не понимаете основ профессии. Вам, кажется, ткнул в страницу модного журнала, поменял цвет ткани, дал отшить какой-то безымянной шее. Дорога, это не дизайн. Кстати, вы-то теперь и модные журналы не смотрите. Еще фэшн-аккаунты в Инстаграме рассматриваете. Даже не знаю, что вам на это ответить. Я видела твою коллекцию в шоуруме. У тебя есть потенциал, но тратишь ты его впустую. Ну, создашь ты коллекцию. Ну, можно научиться чему-то интуитивно. Но к мастерству можно прийти не на ощупь, а точно зная путь. Не уверена, что в данный момент мне это интересно. Мне пока нравится, где я нахожусь. Подумай. Если хочешь добиться чего-нибудь в этой профессии, приходи ко мне работать. Обещаю, сладко не будет. Никто с тобой церемониться не будет. Но тебя научат работать руками. Всего хорошего, Камила. Твоим не плевать на ваш возраст. Если работать не можете, не работайте. Увольняйтесь сегодня же. Если работать не умеете, то оставляйте заявление по собственному желанию. Сегодня же уходите. Я сам приму, лично в отдел кадров отвезу. Хорошо. Уф.
Здравствуйте, Андрей Викторович, рад вас видеть. Здравствуй, Гайрат. А это кто? Помощник ваш новый? Ну, помощника, как ты, я так и не нашел. Пришлось подтянуть своего сына Даньяра. А, Данчик, не узнал, богатым будешь. Ну что, давайте к делу, как говорится, без прелюдий. В общем, у меня есть заказ. У вас есть возможность его выполнить. Эмиль Бектонович, у нас все как обычно. Денег мало, сроки горят. И как бы хорошо мы работу не выполнили, счетники нас все равно сделают. А заказчик серьезный, подводить нельзя. Там какой-то строительный магазин, да, где-то в России? Да, да. Сеть магазинов в Москве, в Питере. Там в основном наши гастарбайтеры закупаются. Я Даниару уже рассказывал. Я познакомил Гайрата со своим другом из Министерства энергетики. Теперь уже они работают напрямую. Ну, а зачем нам посредники? Как, Эмиль Бектонович, вы нас учили, правильные друзья – это главный источник власти, да? Ну, хорошо. А когда договор будем подписывать? Какой договор? Мы с Эмилем Бектоновичем не первый год замужем. Заказ железный. Договоров, бумаг не надо. Надо просто начать шить. Ну, тогда давай поподробнее. Количество, сроки. А вот теперь дело говорим. Это же мои эскизы. Ты же сама их рисовала. Не помнишь уже? Это было в прошлой жизни. Еще до спецодежды и школьной формы. Короче, у меня есть к тебе предложение. Даже не предложение, а решение. Я решил дать тебе пинка. Чего? Ну, фигурально. Тебе надо работать над своей модной коллекцией. И я буду стоять у тебя над душой. До последней пришитой пуговицы. Даже не знаю. Не думаю, что это хорошая идея. Как так? Ты же совсем другое говорила. Ну, ты же знаешь, что скажет Дэн. Это лишь бизнес, коллекция есть деньги. Допустим, Дэна я уговорю. Дела у нас сейчас идут отлично. Тем более, ты же подашь коллекцию на конкурс. И если выиграешь, то получишь денежный приз. Ну и плюс деньги от продажи коллекции. Это все, конечно, очень привлекательно звучит, но не думаю, что у меня получится. У меня не хватает навыков. А что происходит? Тебе будто внушили неуверенность в себе. Ты с кем-то разговаривала на эту тему? Ты знаешь Индиру Исаеву? Ну, слышал. Бизнес-вумен, дизайнер. Ну, такая вся, дьявол носит Прада. Так вот, она мне посоветовала сначала обучиться навыкам профессии, прежде чем браться за коллекцию. Ну и позвала работать к себе. Чего? Слушай, ты что, не знаешь таких женщин? Они же питаются энергией и талантом молодых девушек. Если бы ты себя ничего не представляла, она бы не предложила тебе работу. А теперь она пытается снизить твою самооценку, чтобы использовать тебя. Думаешь? В общем, если не возьмешься за коллекцию, сам ее отправлю на конкурс. Слушай, ты кушать хочешь? Да можно было бы. Как раз и завтракал. А где? Пойдем. Сто лет не ел этой отравы. Гадость, но вкусно. Ты чего такой кислый? А чего видеть себя так уверенно? Я думал, это вы ему помогли туда устроиться. А ты насчет его борзоты? Крошечная власть в руках маленьких людей всегда раскрывает у них худшие качества. Он просто недалекий парень. Не бери в голову. Да и вообще... Двигать чужих людей на госслужбу – дело неблагодарное.
Двигаться надо по-семейному. А у нас даже двигать некого. А как же болт GSD? Какой от него толк? Палатки шить. 5 лет уже он сидит на одном и том же месте. Никакого движения по карьерной лестнице. А если бы ты пошел на госслужбу, у всей нашей семьи дела бы пошли в гору. Я на госслужбу? Да прекращайте, пап. Ты думаешь, я шучу? Ну а как же еще? Вы видите меня чиновником. 5 дней в неделю, 8 часов в день. В этом костюме, галстуке. Да не, это не мое. Мне нравится моя свобода. Мой бизнес с друзьями. Свобода – это больше, чем возможность спать до обеда. Ладно, мы еще поговорим на эту тему. Тебе куда? В цех? Ну что, дети мои, готовы к труду и обороне? Не вижу радости в глазах. Нам такой заказ выпал. Как раз потестим возможности обоих цехов. Настолько большой заказ? Нам нужно шить 3000 комплектов спецодежды. Камил, нужно разработать крутой дизайн, чтобы не было стыдно перед московскими заказчиками. Издеваешься, Дэн. Так называемый дизайн спецовки может нарисовать и шить любая швея. Для этого дизайнер не обязателен. Дэн, слушай, ну девчонки могут сами справиться со спецовкой. А Камила в это время будет работать над коллекцией. Какой коллекции? А, этой коллекции. Ребят, вы меня извините, но наш прошлый опыт, по-моему, говорит сам за себя. Теперь ты один принимаешь решение? Так и думал, что обидишься. Я не обиделась. Бро, мы должны найти какой-то компромисс. Может, у папы получится немного передвинуть сроки. Ладно, я попробую поговорить с ним. Но под коллекцию выдели только 2 машинки. 2 машинки будет достаточно. Камил, ты не думай. Я не строю себя босса, но возможно шить коллекцию – это роскошь, которая наносит такие скучные заказы, как спецодежда. Спасибо, что поддержал меня и уговорил Дэна. Так, давай не будем шептаться, будто у нас заговор против Дэна. Вообще это было не бесплатно. В смысле? С тебя мороженое. Ну ладно. Классная погода. Да. Давай теперь перестанем делать вид, что ничего не происходит. Так, а что происходит? Почему ты так близко к сердцу воспринимаешь эту ситуацию с Жанной? У меня с ней ничего нет. Что мне сделать, чтобы это объяснить? Ничего я не воспринимаю. Просто мне кажется, что ты не готов к новым отношениям. Ой, кто-нибудь убейте меня. Извините, можете меня убить? Че, придурок? Бег. Если ты действительно оставил ее в прошлом, то не надо срываться по первому ее звонку. Мне все равно, Жанна это или кто-либо другой. Не трать мое время, если ты не хочешь идти вперед. Кам, я не дурак. Теперь все будет по-другому. Надеюсь.
О чем ты хотел со мной поговорить? Насчет заказа. А что с ним? Запустили уже? Да, мы шьем уже вовсю. Просто я хотел спросить, нельзя ли подвинуть сроки? Не успеваешь? Ты же сказал, теперь у тебя два цеха. Да, но один частично занят. Там Камила работает над своей коллекцией. Над своей коллекцией? В твоем цехе? И ты считаешь это нормально? Не, ну не то, что... Дарьяр, это твой цех? Да. А они вкладывали деньги в него? Нет. Но они твои партнеры? Да. Странно, ты ведешь бизнес, сынок. Я, конечно, не знаю всех нюансов, но твои партнеры меня просто поражают. Деньги не вкладывают, убытки не делят, свои дела проворачивают, еще и командуют. Ну, пап... Ты меня послушай, я тебе плохого не посоветую. Ты должен показать, кто в цехе хозяин. Чего ты молчишь? Да думаю просто. Возможно, вы и правы. Конечно, прав. И вообще, что ты тратишь свое время с этими дармоедами? Ты о государственной службе думал? Ну и кем я туда пойду? Завхозом? Если ты скажешь, что готов работать, я тебе уже через полчаса дам список позиций. Подумай. Позвала бы я выходную. Ничего страшного, я привыкла с ней таскаться. Ага. Раз Дэн выделил всего две машинки, решила и свои притащить. Кстати, он сегодня не в духе. Почему? Ну, Камила пришла, наконец-то. И машинку принесла. Молодец. Все для фронта. Эту машинку я принесла для своей коллекции. А я думал, наша общая первоначальная задача – это спецодежда. Заказ большой, сроки поджимают. Шить спецодежду на этой машинке я не буду. А ничего то, что ты у меня в цехе работаешь? Оу, Дэн, давай спокойно обсудим все. Ладно, обещал выделить две машинки. От своих слов не отказываюсь. Но так нельзя. Поставь сюда, пожалуйста, здесь будет удобнее. Ребята, а кто брал деньги из касс? Я. А для чего? Для своей коллекции? Да, для коллекции. Камила, все денежные вопросы ты должна решать со мной. То есть ты, когда влезаешь в свои аферы, не должен обсуждать с нами эти вопросы? Я с ним поговорю. Как ты, бро? Чё психуешь? Да блин, сроки горят, пахан напрягается. Я только-только с ним отношения наладил. Так не хочется подводить его. Ну да. Ну ты с Камилой полегче. Девушка все-таки. Да надоело. Палатки шить не хочет. Школьная форма неинтересна. Спецодежда вам вообще ниже ее достоинства. Дизайнер, блин. Ну ее тоже можно понять. Она из банка уволилась. Пришла за одним, а получила другую. Быстро она тебя хомутала. Чё? Тогда в тебе говорила Жанна, сейчас тебе говорит Камила. Ты-то сам что думаешь, а, Бек? А в тебе сейчас говорит твой отец, точно не ты. Ты моего отца не приплетай сюда. Он-то сразу понял, что к чему. А он обо мне беспокоится. Ладно, Дэн, поговорим в другой раз. Ты сейчас явно слушать не хочешь. Thank you.
очень рад, что вам все понравилось. Ну, мы же азиаты, народ шустрый, сами знаете. Ну, в общем, обращайтесь. Любые сроки, любые объемы. Всего хорошего, давайте. Ничего не рассказывай, знаю, что все хорошо. Все, конечно, хорошо. Хотел с вами один вопрос обсудить. Я некоторые расходы понес, пока для вас эту сделку оформлял. Кайрат. Тебе что, расходы по служебной связи возместить? Нет, я просто хотел поздравить вас с первой сделкой. А расходы, это чтобы вы знали, что как я сильно ценю все, что вы для меня сделали. Я знаю, Кайрат. Ну так, что там с оплатой теперь? Скиньте свои реквизиты, а москвичом напрямую перечислят. Спасибо тебе, Кайрат. Очень ценю дружбу с тобой. Я тоже, Байке. С первым заказом. Заказ сделали. Скоро получим деньги. Для первого раза неплохо поработали вместе, как считаешь? Да? Неплохой семейный бизнес. Если говорить о настоящем семейном бизнесе... Вы все о работе в министерстве? Не будь так категоричен. Не, я не говорю нет. Просто бесит, что всякие придурки, которым мы помогали устроиться, относятся к вам без уважения. Наверное, я бы попробовал поработать. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Кам, привет, ты в цехе? Да? Ну, можем вместе пообедать? Все, сейчас приеду. Жанна, пожалуйста, ну не звони мне больше. Да не буду я тебе больше звонить. Очень надо. Помоги просто вещи из квартиры перетащить. Я ее продам, свалю, и ты меня больше не увидишь. Найми грузчиков. Для этого даже мозг напрягать не надо. Ты такой умный. Я тут в квартире, между прочим, одна. А если меня эти грузчики изнасилуют? Ты об этом подумал? Ладно, сейчас приеду. Ну что, не мог сразу прийти? Цену себе наменял столько. Пацаны, заходите. Здравствуйте. Жанна, этих ребят я знаю лично. Они тебя точно не изнасилуют. Все, давай. Бигджан. Слушай, откуда столько важности в тебе? Мы что, теперь совсем чужие люди? Жанна, что ты от меня хочешь? Да ничего не хочу от тебя. Человеческого отношения хочу. Ходишь как королева. Когда ты меня бросила, я думал, что жизнь закончилась. Но потом я понял. Слушай, я благодарен тебе за все, что у нас с тобой было. Но то, что ты меня бросила, это лучшее, что ты сделала для меня. Я нашел свой путь в жизни, нашел себя. У меня в жизни сейчас все хорошо. Ага, настолько хорошо, что зазнался. Живешь в Бишкеке, а понты круче московских. Мы оба прекрасно знаем, что я тебе не нужен. Тебя просто бесит, что у меня в жизни все хорошо без тебя. Знаешь, я не удивлюсь, если у тебя в Москве уже давно кто-то есть. Знаешь, это не важно. Жанна, я сейчас счастлив и искренне желаю тебе того же. Пока. Ребята, вы сейчас будете в шоке. Камил, это тебе. Ты сейчас сам удивишься. Дэн, скажи ему. Что случилось? Дэн, мне трудно говорить об этом еще раз. И я хочу, чтобы вы меня правильно поняли.
Я не держу никаких обид. Да, мы с вами поссорились в тот раз. Ну, с кем не бывает. Но это все очень показательно. И у меня такое ощущение, что мы двигаемся не в том направлении. И вообще, я решил попробовать себя на госслужбе. Госслужба? Это что, шутка? Бро, я решил закрыть цех. Наверное, это правильно. Ребята, вы чего? Все же хорошо. Мне тоже предложили работу, на которую я собираюсь согласиться. Ребят, мне понравился наш эксперимент, но если у команды нет общей цели, то зачем все это? В общем, аренда оплачена до конца месяца. И у вас есть больше недели, чтобы спокойно перевести свои вещи. Ключи надо будет отдать хозяйке, ее номер ты знаешь. Ладно, давайте. Не, ну ладно, Дэн. Ты тоже действительно считаешь, что закрыть цех – это лучший вариант? А какие у тебя идеи? Это ведь цех Дэна, и изначально он нас приглашал сюда поработать. Это был лишь вопрос времени, когда он наиграется с этой игрушкой и найдет себе новую. Нет, это другое. Дэн изменился. Он ни над одним проектом так долго не работал. Он поймет, что госслужба не для него. Спасибо за цветы. А чем ты хотел нас удивить? Помнишь того султана, который кинул Дэна на крупную сумму? С этими стиральными машинками? Киргизия? Да, да. Вот он сейчас оказывается самый молодой директор строительной компании. Я же его видел. Ну, не лично его, а на рекламном щите. Прикинь, вот аферист, а? Иду я, короче, Аджаны и смотрю. Аджаны? А когда вы с ней виделись? Впрочем, не важно. Камил, послушай. Кам, ну зачем нам эта сцена? Я встречался с ней, чтобы сказать, что между нами все кончено. Я ей объяснил, что она мне не нужна. Понимаешь? Да какая разница? Я ведь так и знала, что так будет. Что ты обязательно найдешь повод с ней увидеться. На финальный разговор, решить ее проблемы, проводить до самолета. Боже, как это все унизительно. Кам, ну постой тут на секунду. Мне не нужна Жанна. Мне нужна ты. Я хочу быть с тобой. Потому что ты меня делаешь лучше. Мы должны быть вместе. Теперь попробуй мне сказать, что я тебе не нужен. Мы запутались. Мы все смешали в кучу. Работу, дизайн, отношения. Нам нужно сделать паузу.